мы разместились в Рейкьявике. Вот уже завтра тут на подходе у нас такая штучка. Колин Матьязов. Немножко протеинчика сейчас пойдет. И поедем делать Изабель комплекс Саны, то есть до, то есть с Фредериком. Так и живем. Что там за погодка у нас? Укол, блядь. Укол. Долгожданный второй день пребывания в CrossFit Рейкьявик. Как мы обещали, сегодня мы будем делать комплекс Изабель с Фредериком, Саней, Дмитрий Клоков. Что мы выбрали? Мы выбрали для Ани 50 кг, 50 кг for Ани, 30 snatches, power snatches, for Frederick 85 kg, and for me 105 kg. Мы будем делать этапы, то есть здесь несколько этапов, как на настоящих соревнованиях. 5 рывков мы делаем здесь, и двигаемся вперед. Здесь мы делаем до 10, здесь мы заканчиваем 15, здесь мы заканчиваем 20, и здесь все остальные до 30. Всего 30 рывков. Are you ready? Да, спасибо. Ну что, мы ставим? Action! Come on. Yeah.
Come on, go. Sit for me. Sit, guys, come on. Kilos, 10 kilos, 15 kilos. Okay, I'm happy. There you go. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Пошли отдыхать. Relax, yes? Feels good. See you soon. Ну что, вас подвигло нас на все это безобразие. Результат Мэтта Фрейзера, который до этого сделал за 4.56. Сейчас рекорд надо пересчитать, но где-то будет 3.30. Поэтому, Мэтт, это тебе посылочка из Рейкьявика, из России, как угодно. Very good, very good. Super.
No bad. Ох уж эти исламки. Контакт, контакт. More power in contact. Okay. More power in contact too. More power in contact. Вот. Здесь было. Sorry. Слайд, слайд, слайд. Но. Too high. You jump too high again. Don't look down. Why you look down? Hola. Good, good. Stand up. What do you think about this attempt? I thought it was good. I like that she always looks at you afterwards. In the middle of the way. Think about clips. Think about clips. It's good. It's good. Yes, it's good. You feel? Yes. It's good. Very good. And start position. Look ahead, Sam. Look ahead too. Don't look down. Don't look down. It's very important. Yeah. Опа! Perfect. Kevin, beautiful, yes? Yes. Девочка только что вернулась с чемпионата Европы по тяжелой атлетике, поэтому она штангистка, поэтому ее работает так хорошо. Oh.
Kevin, you next. No bad. Find the balance of the body before you. 30 reps, please. Two. One more. One more. Come on. Yeah. That's good. Nice. Go to Blue Lagoon. Team winner. Team winner. Good. Земли вообще нет. Одни камни. Да? Это лавовые поля, застывшая лава. Да, лава, лава. Вот это прям все лава. Вообще земли нету. Красиво, конечно. Ну что, закончилась у нас сегодня тренировка очень хорошо. И когда мы уезжали с здания, я сказал, что мы приедем покупаться и посмотреть на знаменитую Голубую лагуну в Исландии. Что мы сегодня и сделали. Приехали посмотреть, можно искупаться. Конечно, too cold, но попробуем, да, Коля? Go swim? Yeah, buddy. Все лава, одна лава. Вот, и камни колесные видно. Ага. То есть деревья сажают только искусственно, да? Да, искусственно. А те, что изначально когда-то давно были, это карликовые деревья. Карликовые, да? Да, такие березы карликовые. Ну, ясно. Ну что, вот то самое место, ради чего и приезжают люди в Исландию погреть свои тела. В этой горячей водичке голубой. Можешь сексом позаниматься. Why not? Круто. Ну что, теперь пойдем купаться. И очень тихо здесь, тихо. Ну что, сменили мы теплую одежду на плавки. Но те, кто знают Клокова, знают, что я мерзляк. И даже здесь я в шапке. Удивительно, жена спросит, скажет, удивительно, что ты не в двух носках. Потому что я даже сплю в двух носках. Пойдем посмотрим, что это было. Немножко девчонок в пещере. Be careful. Ну что, пойдем основную часть посмотрим. Давай я поснимаю. Опа! Пойдем посмотрим, что это такое. Конечно, на камере она не смотрится голубой, но она реально голубая, и на дне
И на дне вот такая вот черная ерунда. Я не знаю, что такое, но понятное дело, что это у нас, скорее всего, от лавы. Ну, приятно. Приятно. Клево. Это надо людям, вот хрен знает зачем, ездить из далеких стран. Для того, чтобы здесь вот покупаться, обалдеть. Вот тосол, который они пьют, он намного голубее смотрится в камере. Я не знаю, что это такое, сейчас попробуем. А, там такой барчик. Не видно ни хрена, все в пару. А вот это, видимо, тут главный спасатель Малибу, блин. Ну что, надо мной кто-то смеялся, что я в шапке? Вот он! Над чем надо смеяться? Смотри на него. Any? What you show for us? I don't need it. Okay. Yeah. Я думаю, что... Я думаю, что все журналисты... I think what all journalists who take interview to you ask you. How you recovery? It's because I go to the pool. Why you good recovery? Because you live in Iceland. Yes. Now I understand it. It's very good. Very good. Very warm. Colin, you look strong. You can use your nose. It's very good. Ну что? Это было охренительно приятно. И что самое главное, охренительно полезно. На самом деле, если иметь такую штуку у себя в городе, после тренировочки соленая водичка, горячая водичка, мышцы восстанавливают просто шикарно. Поэтому я в Данию уезжаю просто красавчиком. Взяли с собой немножко со дна настоящей лавы для моей коллекции земли и песка. В скором будущем покажу, что это значит. Поехали в ресторан кушать. Ну что, Team Winner пришла поужинать. Enjoy! It's good. Эй, семинар перебазировался в ресторан. Круто. Окей. Ну вот, добрались мы до ресторана, дождались мы за своего заказа. Мне очень интересно было, что едят эти спортсмены. Я, как положено, штангистам заказал мясо с кровью. Но не все заказали здесь мясо с кровью. Топлис. What eat this sportsman? Everywhere burgers. Burgers, yes. After America, hamburger, not eat. Look, looks good, yes? Very good. Вот так закончился наш день. Наши два дня в Исландии. И завтра мы едем в Норвегию. Выключай, будем пить пиво.